Другим темам. 27 июля региональное отделение Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае провело в Армавире акцию, в ходе которой распространялись агитационные материалы по приоритетным проектам движения. Кампания была призвана повысить информированность граждан и привлечь общественное внимание к проектам. Региональное отделение Общероссийского народного фронта в городе Армавире проводит промо-акцию, направленную на освещенность жителей города приоритетными проектами, которые проходят по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Агитационные материалы рассказывали об основных федеральных проектах движения, в их числе дорожная инспекция ОНФ, карта убитых дорог, генеральная уборка, интерактивная карта свалок, народная оценка качества.